Парке Победы вручили знамя Управлению Федеральной системы исполнения наказания. Штандарты были учреждены указом президента 4 года назад для того, чтобы мотивировать сотрудников на повышение профессиональных качеств. Знамя – это символ мужества и служения Отечеству. Саратовские представители системы исполнения наказаний свой штандарт получили впервые. Лишь накануне вручения полотно прибили к древку. После церемонии в Парке Победы возложили цветы к вечному огню. Каждое знамя согласовывается с губернатором области, оно имеет символику области. Вот, оно вручную изготавливается. И по мере, так скажем, того, как управление будет достойно, мы выезжаем и его вручаем. Оно вручается, оно должно быть вручено каждому управлению, территориальному управлению.